Сегодня мы приехали в Орехово на базу ПАН. И здесь сегодня будет проходить Ореховый трейл на трех дистанциях: 22, 11 и 5 километров. Погода прекрасная, солнышко, хотя еще прохладно, потому что утро еще 10 утра. Заявилось необычайное количество человек, целых 700. Из них 300 человек бежит 10 километров, дистанцию классик. Поэтому я даже прямо волнуюсь за результат, надеюсь хотя бы попасть в десятку, а может быть в тридцатку, потому что в кубке по трейлу бежит очень много крутых людей, и действительно это будет крутая заруба. Организаторы сделали так, что трасса 20, 10 и 5 километров стартует в разное время, с дельтой 20 минут по старту. И они расходятся в разные маршруты, и за 3 километра до финиша все три маршрута сливаются в один, поэтому последние 3 километра будет ужасная заруба, будет непонятно, кто бежит 5, кто 10, кто 22 километра. И, в общем, будем биться все против всех. Смотрим, что у нас в стартовом конверте. У нас есть датчик. Номер. О, еще крутая наклейка в белке. Это моя. На старт. Внимание. Марш! Развивается, как супергерой плащ. Он берет с собой всех спортсменов. Он приветствует Лидию! Давайте, Лёва, отдайте его! Олимпики, молодцы! Молодцы! Молодцы, красавчики! Давай! Подожди, ура! Давай! Поздравляю с первым местом! Поздравляю с первым местом! Как ваши впечатления? Курты. Точное время. Это значит, что уже 1 час и 22 минуты бегут спортсмены. Так он как еще и проявляется. Это видели, да? Это был самый трейловый трейл. Я, по-моему, убился прямо на первых горках. Дальше уже выживал просто. Намного более холмистый, чем в предыдущий раз. Вообще, еще по болоту бежали. Прям ноги в пятки туда проваливаются, так чмак-чмак. А еще были крутые подъемы, песчаные. В общем, мне понравилось на самом деле.